Друзья, привет, это Зинаш. Приехала на строительный рынок доски посмотреть для своей веранды. Вот такие у нас цены. Так. 4-метровые вот эти. Может быть. Ой. Так, 4-метровые 2470. Здесь 6-метровые 25 на 100. 1730 за штуку. 6 метров. Люди он покупают. Так. Так, 6-метровые 21 на 90. 1480 за штуку. Так, вот такие не нужны. Здесь 4-метровые. Здесь 2 на 80. 880, 4-метровые, 25 на 100, 1100, 3-2 на 105, дома у меня 4,5 на 80, так, 90 на 90, 4,860, такие не нужны. 6-метровые 3,840. Вот такие, наверное, 4 на 110 штука, 2,920. Так, такая не нужна доска. Вот это цены, вот это цены. Так, здесь 6-метровые 42 на 140, такие не нужны. Ладно, пойдемте вовнутрь. А вот такие 42 на 110. Она по 3,50. 6-метровая. Здесь вон шланги. Тазы большие какие-то наверху. Вон тазы. Так, ой, сильно близко. Сетки. Кнауф. Утеплитель. Железо. О, профнастилка, как красивая. Под дерево. Тут трубы. Печи в баню. Ничего себе, 73 тысячи стоит сейчас. Сейчас покажу. 73 тысячи на... Сколько литров там? Не написано, сколько литров. Ой, арматуры. Пойдемте USB посмотрим. Я решила USB буду обшивать. Свой тамбур к дому. Здесь где-то был USB. Лезать будет. Вот USB. Вот USB. Так. 12-й, 4700. Девятка. 3300. Так, здесь фанера. Фанерой. Так, фанера тонкая. 4500. Полтора на полтора. Ой. 2,25 квадрат. 7900. Квадратная. 7900. 6700. Но это сильно толстые. О, ДВП есть. 2,5 на 1,70 м. О, ДВП можно. Да, ДВП можно. О, хорошо. ДВП обошью. Так. Сейчас с той стороны обойдем. Сейчас будут резать здесь. Будет жужжать. Ой, пройду. Опа.
Так, здесь... А, здесь фанера. Зря пришла сюда. Ладно, цены посмотрите. Фанера 7800. 9100. Это 12 толщина. Здесь девятка. Так, здесь 15. 11800. Так. И вот это 13000. 18. Заходим с торца здания. Опа! Молодец, женщин не пропускает. Так, пойдем здесь посмотрим. О, как здесь тепло. Проволока вязальная. По килограммам. О, килограмм 700 тенге. Так, здесь кафель. Для кафеля клей. Под укладку паркета. Кровля, стела, стена, пол. Утеплитель. Минвата. О, елки-палки. Пеноплекс. Какой дорогой. 11200. 11500. 11500. А это что за поплан? 10500. Здесь 14 штук, там 18 штук. Пенопласт 6100. Упаковки 10 штук. Да, однако, друзья. Я когда баню строила, вот такой пенопласт, пеноплекс брала. Он был по 6000. Два раза почти подорожала. Вот это что за фигня? Какой-то утеплитель. Магазин ДСП. 5650. 1,83 на 2,50. Это ДВП 1600. Так, 2,75 на 1,70. Вот ДВП возьму я. А USB такой 2,850. Так, 2,50 на 1,25. В принципе, такой можем взять. Ничего ж не такой. Сейчас. По толщине 2,5. А это 5. Ой, нет, друзья, я, наверное, ДВП возьму. Вот это по 1600. И потом снаружи покрашу его, да? Да. Так. Фанера нет. Фанера нет, друзья. Хорошо, что я приехала. Нет, здесь, конечно, такой. Так. Крагио этот. Рубероид. Чемкенский. 1600. Это не написано, чай. 200. 2500. Чем дороже, тем он качественнее. Такой брала я. А вот это, который плавить нужно. Плавишь, вот пленку отдираешь. И она там гудрон. Так. Пойдем сюда. Пленка. Так, а это что за новинка? Новинка. Фанера ламинированная. Термопанель 8. Термопанель, смотрите. 8700. Один лист. 1/4 квадрат. 1,20 на 30. Ну-ка, сетки посмотрим. Цены 22 900 18 20 11 500. Йоколэмоне, если сетка рабится, 24 150. Сетки,
Как я не люблю, когда вот такие назойливые продавцы. Что ищем? Что ищем? Я говорю, можно посмотреть? Потом что нужно, спрошу. Восемь девятьсот, 10 метров. Так, подешевле. 7 900. 10 метров. Черная такая. Так, 7 900. Вот самый дешевый, 7 500. Здесь не написано, сколько метров. Но они нам все стандартные. По 10 метров. 7 500. Самое дешевое 7 500. А нет, вот 6 500. Вот 6 500. Она как... Нет, хорошая. Тоже 10 метров. 6 500. Та 7 450. Это все по 10 метров. Так. Лопаты. Там лопаты снег убирать. Мешки. Тюки. Сушилка для тебя 7 20. Здесь масляные радиаторы. Инфракрасные пушки. Я хотела посмотреть керамическую для интереса. Шланги. Ладно, шланги не нужны. Водоэмульсионки. Аж сделаю вам. Водоэмульсионки. Пойдемте, мне нужно посмотреть уголки. Так, уголки. Шланги. Я вот такой шланг же брала. Ух ты, я по 6 тысяч брала. Нет, не такой. Зеленый в огороде. Помните, у меня был? Таких не найдешь. Так, грунт. Грунт универсальный. Грунт, грунт. Газонная травка. О, крысиную траву нужно взять, друзья. Чего вы молчите? Не говорите мне. Так, это в гранулах по 405. Привлекатель масляно-ореховый. Типа едят орешки. 450. Здесь зерно такое сыпало. Так. Спираль от комаров 570. Не знаю, хотела в эту... Поджечь одну, подвесить в эту, как ее, в септик. 570. Так. От муравьев. Крысиные. Здесь что? А здесь такие у меня конфетки для крыс. По 450. Трикота. Я брала желтые какие-то, сырные, мягкие, тесто, брикет. Чистый дом, 825. В два раза дороже. Зерно. По 400. Крысиная смерть. А вот это вот крысиное. Тесто, брикет, 16 доз. Здесь тоже конфетки, видите? В целлулозных этих пачках, брикетах. Так, 4 стенги зелененькие. Я хочу желтые взять. Они желтые хорошо едят. Хотя и синие тоже хорошо поели. 450. Крысолов, мышеловки. Капкан, клей. Но крысу не удивишь. Капканом, клеем. Тесто, брикет. Так, ладно, пойдемте. Вообще нужно было мне секатор взять. Зачем я ежедневник взяла? Секатор. Что, цен нету? Значит, они бесценные. Так.
такой секатор. 2200. Вот. На одном только цена есть. Здесь 4150. Это мощная такая. Мощный секатор. 4000, да? Здесь тоже 4690. 8100. Вот такой. 2200. Простенький. Так, 2200. Все, пойдемте. Лопаты. Лопаты. Лопаты, вилы. Тут без черенков, тяпки. Сталь Макс. 200. Здесь что? Клей эпоксидка. Автосил. Клей, жидкие гвозди. Так. Так, здесь пены. Нам пока не нужны. Тут для сварки. Это тут он находится. Смотрите. Все, что душе угодно. Сверла. Сверла. Наконечники. Там инструменты. А вот. Вот, другие мои, чего молчите? Вот они. Так, пластины. Пластина соединительная 200, 100 на 35. Потом такие уголки, вот такие есть, такие. Вот пластины, вот цены. Здрасте, а здесь цен даже нету. Вот первая. Навес, брат, слил, такие уголки брал. Такие не нужны. Наверное. Семерка. Когда будет? А я не знаю. Заявку давать неделю назад. 50 на 50 тебя. Ну 40 на 40. Кандай бар? Долго думает. Кайсит. Ага. Рахмет. Ой, летний душ. 26 500. Вот это штуковина для беды. Вот такой мягкий шланг. Здесь такой шланг. Бедышки. Так, а мне нужен просто шланг для душа. Вон такие есть. Летний душ. Хорошая штуковина. Но не с краном. Вот стоит 43, 31, 31, 33. Тридцать шесть, 990 вот это. Душ. Вам не видно? Вот видно. И летний душ. Вот это хорошая штука. Ой, ну 40 тысяч, друзья мои. Друзья мои. Просто краны. Вам не видно сейчас, вот так подальше сделаю. Краны. Какие хочешь. Красивенькие. Носящиеся. А шлангов, ой, для душа нету. Да?
Балам душка только просто шланг перелика с барма были сатламы. Кончада не лад курмедом. Жокажин карагу болот курюга. Ага. Кратко, сестра таланта. Какие? А вот. 2500. Ну, толстая вот эта штучка. Это, наверное, тоже с переключателем, нет? Надо тот старый, наверное, привезти. Или вот такую штукенцу одну взять. Ой, смотрите, вентилятор. С разбрызгивателем. По 600 тенге. Тут, наверное, отключу. Со шлангом вместе. Все. Только вот такой есть в комплекте. Или вот этот саму лейку отдельно брать. Или вот такой комплект. А, шланг вот отдельно. Шланг для лейки. 1,5 метра. 1650. Допустим, 1650 взять. И какую-нибудь, наверное. Допустим, такая самая дешевая, 420 с переключателем. Потому что здесь резиновые, они забиваются. А здесь не резиновые. 420 самые дешевые. Да? 420. И на то и выходит, друзья. Вот если взять 420 и 1650, это будет 2,70. А здесь комплект 2005 тенге. А, как зеркало. Привет. Я тебе с тетрадкой хожу. Вот еще зеркало. Ой, вот еще зеркало. ПВХ трубы. О, вот, друзья мои. Мне вот эти утеплители для труб нужно. Нужно было. А сейчас нужно мне, не нужно. Блин, когда искала, не было. Здесь замки. Здесь ручки дверные, шланги, раковины. Вообще хороший. Хороший магазин. Здесь удлинители. Топоры. Ой, расстегнусь, блин. Ой, а чего у него сидел, спрашивал. Вот же есть уголки. Так, это большие. По 100 тенге. 46-й. На 4 шурупа. Вот по 90 тенге можно взять. 43-й номер. По 90 тенге. А самый дешевый. Самый дешевый тот. Вот. По 75 тенге. По 70 тенге. Вот. Такой можно взять. 50 на 50, да. Пойдемте наверх. Пойдемте на второй этаж. Здесь он бачки продает. Ой, на первом этаже. Фонари, яркая звезда. 760. 18600. Кафель, линолеум, декоративные панели, обои, сантехника, смесители, межкомнатные двери, душевые кабины, водосточная система, мебельная фурнитура. Здесь продается. Так. Да. Вот дешевки-то. Это 700. Вот.
Ой, друзья, что-то жарко мне. Стулья, табуретки. Ширма. Ширма стоит 26-150. Там деревянные изделия, посмотрим. Штапики, не штапики. Так. Решетка для бани 7300. 7300. Это поменьше. Декоративные штапики. Этот, например, что? Вагонка. 2550. Вот кладки. Штапик 500. Брус 3450. Это штука, наверное, да, штука. Это все полированное. Это все для бани. Для бани. Обувная полка 14200. А это 11900 железная. 11900. Здесь все для бани. Коврики. Тазики. Швабры. Вы пойдемте на третий этаж. Посмотрим, там инструменты хочу посмотреть. Смотрите, шкура волка висит. Шкурка. Ничего себе, какой волк был. Это вот малахаи национальные. Картины. Тиснение по коже. Это по войлоку. Это национальные. В национальной одежде куклы. А пацан какой накрашенный.